все-таки в большей степени. Хотя и гранит может. Не, в геологии я, конечно, нулевый. Короче, либо мрамор, либо гранит, пускай мрамор будет. Метаморфический. Не, гранит он не метаморфический же, не. Калийная соль, песок точно нет. Короче, гранит. Короче, мрамор пусть будет. Так. Третье задание. Причиной глобального потепления является увеличение в атмосфере количества, ну, углекислого газа. Наверное, углекислого. Глобальное, если потепление. Не, ну, да, тут, ладно, легкий вопрос. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова словосочетания, которые необходимо вставить на место пропуска. В рельефе этой части материка почти нет резких колебаний высот. Редки землетрясения, опять геология, отсутствуют действующие вулканы. Здесь много миллионов лет назад вертикальные... Чего-то из земной коры. Вертикальные... Чего могут быть? АБВ. Короче, земной коры привели к образованию бразильского и гвианского плоскогорий. Росло мы, наверное. При этом в земной коре образовались... разломы. Сложно. Так. Которые внедрялись... Рельеф плоскогорья разнообразен. Столовые горы чередуются холмистыми пространствами. Их сменяют невысокие массивы, изрезанные ущельями. Так, подожди. Надо прочитать сначала, что тут есть. Магма, счет наших венок, движение, лава, горная порода, разлом мантии. Вертикальные движения земной коры, скорее всего. Два... Не разломы. Потому что привели к образованию бразильского гвианского плоскогорья. При этом в земной коре образовались разломы. 5. В которые внедрялась лава или мантия. Не, мантия ниже, она же ниже астеносферы. Она вряд ли бы в разломах могла появиться. Лава, наверное. Наверное, 2, 5, 3. А тут магма еще есть. Ёптить. Не знаю. Может и магма. Блядь, течет в наших венах. Лава или магма, блядь. Лава эта тупялась внутрь. Не, если внутрь, наверное, магма все-таки. Ладно. На каком полуострове рай... Только тихо жми. Передай записку Лире. Тихо, нас снимают. На передней партии еще. По какой из перечисленных стран доли лиц младше 15 лет в общей численности населения наименьшая? 1 Бразилия, 2 Бангладеш, 3 Египет, 4 Германия. Чувак, тихо! Я вчера готовилась. Тихо! Ну не помню, блядь. Тихо, блядь, мы на ЕГЭ, тут, блядь, камеры повсюду нас снимают. Ты заебал. Так. На каком из полуостров России есть действующие вулканы? Ну, тут только Камчатка подходит. Только на Камчатке есть действующие вулканы. На какой из перечисленных параллелей
В день осеннего равноденствия в полдень высота солнца над горизонтом наибольшая. Осеннего вообще в душе не ебу. Вот эта вот хуйня с широтами, долготами по равноденствию. Я ебал, что ли? Ну, пускай будет 30. Тут я даже и приблизительно не могу что-то ответить. Я ничего здесь не знаю. Так, установить соответствие между заливом, его расположением на карте, обозначенным цифрой. Так. Единица. А, тут АБВ надо. Гвинейский залив. Так, ну он здесь. Бенгальский залив, который больше на море похоже. И Аляска. Все получается. Два. Четыре. Один. 241. Наверное, как-то так. Ладно. В какой из перечисленных стран доля детей и подростков в общей численности населения наибольшая? Австралия, Канада, Германия, Пакистан. Ну, Пакистан, очевидно, потому что рождаемость больше. Гораздо больше тип... Это, знаю, вообще это... Я, блядь, все время путаю. Первого или второго типа воспроизводства населения. Ну, короче, они отличаются от развитых стран. Гораздо больше воспроизводства. Так, какие три из обозначенных на карте России территории имеют наибольшую среднюю плотность населения? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания. Цифра ответа, под которыми указаны территории. Порядки возрастания. Ну, шестая это где-то в районе Магадана, блядь. То есть там, наверное, ниже всех должно быть. Или хуй знает. Понятно, что больше всего во второй. В ответ цифры. В порядке возрастания цифр ответа, под которым указаны территории. Обозначить только три. Наибольшую среднюю плотность. Бля, тут хуй разберешься. Не, ну ладно, первый точно нет. Это Карелия, граница с Мурманской областью, там хуйня. В Магаданской области, ну или там около Магадана, короче, тоже хуйма. Ближе к Дальнему Востоку, самая Восточная Сибирь, я думаю, тоже. Хотя четвертая, я не знаю, это где-то в районе Тывы. А, пиздец, найс формулировка, я так сейчас это прочитал. В порядке возрастания цифр ответа, не в порядке возрастания плотности. Ну тогда точно 2 и 3, потому что 2 это около Москвы, 3 это Северный Кавказ, но тоже немалая плотность. А вот на самом деле 4 или 5 точно не знаю, то есть 2-3 100%. Ну и формулировки у вас, ребята. Так, 2 и 3 точно, но 4 или 5... Где-то, блядь, около Тувы, на самом деле, Хакасия. Нет, все-таки западнее Байкала-то. Не, ну тут, наверное, еще ниже. Наверное, все-таки 2, 3 и 4. Там средняя плотность населения наибольшая. Так, ну точно не Монголия. Канада... Средняя плотность точно нет. Австрия, конечно, Австрия. Так, потому что у всех остальных стран средняя плотность населения просто кау. Так, какой язык является государственным
в Мексике. Испанский. Ну, вроде как испанский, единичка. Португальский он где? Он только в Бразилии. Ладно. Какой из перечисленных городов России имеет наибольшую численность населения? Чита, Челябинск, Благовещенск, Майдан. Чуть не прочитал. Магадан. Ну, наверное, Челябинск. Наверное, Челябинск. Ну, Магадан, Благовещенск, Чита — это все-таки малые города. Челябинская область, да, двоечка. Выберите из предложенного списка три города, которые являются крупными центрами цветной металлургии. Порядки возрастания, под которыми указаны эти города. Так, цветной металлургии. О, я черное от цветной вообще не различаю на самом деле. Норильск, Череповец. Не, ну, наверное, Норильск и Череповец-то будут. А вот дальше Владимир, Красноярск, Хабаровск, Братск. Арабратск, блядь. Не знаю. Трудно, блядь. Ну, 4. Красноярск. Наверное, так. Не знаю. Какие утверждения о Дальнем Востоке верны? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны. На территории Дальнего Востока действующие вулканы. В порядке возрастания. Ой. Интересно, сколько их, да. На территории, ну, на территории Дальнего Востока точно есть действующий вулкан на Камчатке. Это тоже Дальний Восток. Одной из отраслей специализации Дальнего Востока является судостроение и судоремонт. Кстати, вот про существование судоремонтных заводов не знаю, но, наверное, они есть. Не может же быть так, что это центр судоходства, один из центров России, там этого нету. Крупнейший по численности населения город на Дальнем Востоке является городом-миллионером. Миллионником. Нет, кстати, по-моему, на Дальнем Востоке нет миллионников. Дальний Восток беден минеральными ресурсами. Дальний Восток имеет выход в охоту. Точно пятый. Ну тогда 125 получается. Если тут я... Не, я не знаю, как там не может быть судостроение и судоремонт. Наверное, есть. В каком из следующих предложений содержится информация об урбанизации России? То есть рост в городах, рост городов и соотношение городского к сельскому населению. Численность населения России увеличилась за 2012 год на 290.